Борис Акунин. 1881. Драма в двух частях с авторскими комментариями. Действующие лица. Царь Александр II, император всероссийский, при жизни нареченный освободителем за освобождение крестьян от крепостной неволи и балканских славян от турецкого владычества. Возраст 62 года. Великий князь Александр Александрович, по-домашнему Бульдожка, наследник престола, командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. Возраст 36 лет. Великий князь Константин Николаевич, младший брат Александра II, председатель Государственного совета, один из главных инициаторов либеральных реформ 1860-1870-х годов. Возраст 53 года. Светлейшая княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская, марганатическая супруга императора. Возраст 33 года. Анна Васильевна Кузнецова, гражданская жена великого князя Константина Николаевича, в прошлом балерина, выглядит молодо. Мадам Радда Бай, оккультистка, спиритуалистка и ясновидящая. Возраст 2000 лет. Евгений Павлович Воронцов, председатель Санкт-Петербургского съезда мировых судей, светоч либерализма, около 50 лет. Михаил Тариелович Ларис Меликов, глава правительства, возраст 56 лет. Великая княгиня Мария Федоровна, по-домашнему Мини, супруга цесаревича, возраст 33 года. Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода, бывший воспитатель цесаревича, возраст 53 года. Виктор Аполлонович Воронин, чиновник особых поручений при обер-прокуроре, около 50 лет. Прокурор, молодой человек похвальных взглядов с блестящим будущим. Министр в военном мундире, усатый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Министр в статском мундире, очкастый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Министр в сюртуке, бородатый мужчина с хорошим лицом, около 60 лет. Девушка в черном. Чины охраны, офицеры, казаки, цареубийцы, придворные, слуги, прохожие, актеры императорского театра. Часть первая. Зима. Глава первая. Кто-то в черном. Александринский театр в Санкт-Петербурге. В зал вереницы, мерно стуча сапогами, входят жандармы, встают в проходах на равных интервалах друг от друга. Каждый зорко наблюдает за публикой. Из-за закрытого занавеса доносится звук голосов. Сначала они неразборчивы, но постепенно становятся громче. Первый мужской голос. «Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!» Второй мужской голос. «Почкуны проклятые!» Третий мужской голос. «Сморчки короткобрюхие!» Это реплики из последнего явления «Ревизора». Артикуляция старомодная, голоса несколько неестественные,
Так играли в XIX веке. Занавес раздвигается. Действительно идет гоголевская комедия в постановке труппы Императорского театра. Декорации, костюмы, движения актеров – все архаичное. Добчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович. Добчинский. Нет, Петр Иванович, вы ведь первые того. Добчинский. А вот и нет, первые-то были вы. Входит жандарм. Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Немая сцена. Громкие размеренные хлопки сзади, за спинами у зрителей. Осветилась царская ложа. После того, как зрители понимают, что теперь нужно смотреть туда, и поворачиваются, свет на сцене меркнет, занавес закрывается. В царской ложе. В царской ложе у самого бортика сидят четверо. Царь Александр II, по бокам от него княгиня Юрьевская и великий князь Константин Николаевич. За последним цесаревич Александр Александрович. Ладони сдвигают все четверо, но по-настоящему хлопает только император. Остальные делают это беззвучно. В глубине ложи стоит, сверкая эполетами, флигель-адъютант. В середине зала, около прохода, так, чтобы эта зона была освещена, но на значительном отдалении от царской ложи и при этом недалеко от дверей, движение, резко поднялся один из зрителей. Комментарий автора. Он должен быть одет так, чтобы не выглядел противоестественно ни в XIX веке, ни в XXI. Костюм, белая рубашка, черный галстук, круглые очки. Что-нибудь такое. К нему кидаются двое жандармов. Заламывают руки, сгибают. С замечательной сноровкой тащат к выходу. Арестованный. Ну, позвольте. В чем, собственно... Ай, больно! Троица исчезает за дверью. Царь. Прикрывает рукой глаза, щурится. Что там такое? Флигель-адъютант. Сейчас выясню, Ваше Величество. Кричит в коридор, выбегая. Охрана! Готовность три креста! Царь. Пожав плечами цесаревичу. Саша, так что с твоей женой? Бедняжка Мини сильно нездорова? Александр Александрович. Ничего опасного, батюшка. Просто небольшой грипп. Заглядывает флигель-адъютант. Флигель-адъютант. Ваше Величество, в зале задержан подозрительный субъект. Выясняют. Просят обождать. Юрьевская вскрикивает. Флигель-адъютант снова исчезает. Царь. Спокойно, Катя. Помни, что я говорил. Жена государя на публике эмоций не проявляет. Мы спокойно обсуждаем спектакль. Цесаревичу. Как тебе постановка, Саша? Отвечай с улыбкой и неторопливо. На нас смотрят.